Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новеньким майнером. Называется Грэмма. Заработок на облачном майнинге. Прежде чем начать, хочу сказать, кто не знает и не понимает, как работают такие проекты, лучше не заходите, пропустите. Будут другие проекты, в которых будет возможность заработать. Я никого не призываю инвестировать. Я даю вам, друзья, только информацию. Значит, Грэмма — это доступный каждому облачный майнинг. Чтобы начать зарабатывать, нужно купить мощность всего 10 рублей. Ваши деньги работают каждую секунду. Значит, что у нас здесь? 20% прибыли ежедневно они предлагают. И партнерка 2 уровня, 10,2%. Регистрация по Pair кошельку. Вводим код. Нажимаю принять участие. Значит, есть, друзья. Здесь бонуса нет. О как. Ну ладно. Пользователи, группа ВКонтакте, группа Телеграм, вопросы, ответы, контакты. Это все читаем. Пополнено уже на 4167 рублей. Здесь последние покупки, последние выплаты. Также есть группа ВКонтакте. Я зашла, и насколько я могу судить, друзья, час назад майнинг-проект начал свою работу. Вот. Значит, только стартанул, и, естественно, есть возможность заработать. Значит, я пополнюсь на 50 рублей тогда. Доход в день составит 10 рублей. 50 рублей доход за 20 дней. Ну, это уже, не знаю, отработает ли он 20 дней. Пополнить. Перебрасывать на платежную систему. Сейчас я пополнюсь и продолжу. Я пополнилась, и у меня как бы начала идти прибыль. Видимо, баланс был до этого по нулям. Вывод, естественно, будем проверять. Значит, все по вкладочкам. Это кабинет. Вывод. Здесь наша вкладочка. Минимальная сумма выплаты составляет 1 рубль. Это история. Вкладочка рефералы. Находится наша вот здесь вот партнерская ссылочка. Также есть баннер и бонус. Бонус можно получать раз в час. Получить. Так. Все, и мне дали бонус. Вот такая скорость у меня увеличена. Ну, в принципе, и все здесь такого. Также здесь многоязычный сайт. Можно поставить любой язык. Ну, как сказала, будет что выводить, запишу видео. Всем удачи, больших заработков, до новых встреч.